это будет. Все, выгружаем. О, огонь. Так, давайте на ноль движемся. На ноль, на ноль, на ноль. Пошли, 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 пошли. Бегом на ноль, ульфик прикрывайте. Ульфик, маршал на вас идет. Азима, да прям на вас идет, черт его знает. Я Азимут, скажите, я не понимаю, откуда. Азимут, 240. Стоп, стоп, отбой, смотри. Извини. Так, пехота на ноль, продолжаем движение. Паника сейчас была везде. Рубикон, высадились, начали движение. Все, по забору раз, это самое. На 10 уже. И на 350. Принял. Так, минируют наши, метки стоят, аккуратнее. Только не пушкуйся. Так, смотрите, идем дальше вдоль путей и, собственно, прямо ровно на север будет группа построения, и в них укроемся. Давайте выдвигаемся. Давайте также вдоль путей, вдоль забора идем. Ну, я так понимаю, там вдоль, ну, поперек, блин. Ну, короче, мы выйдем на мины. Не-не-не, мы их справа обойдем. Сместимся к железнодорожному полотну. Если точки точно проставили. Фрилд, понял? Миномет работает. Не подходите. Да-да-да. Так, давайте отходим к железнодорожному полотну, чтобы на мин не нарваться. О, первая группа. Это минер, по-моему. Первый умирает всегда минер. Так, и все, давайте проходим это место и на ноль прям в группе строения бежим. Проходим эти трансформаторы какие-то. По сторонам смотрите очень внимательно. Можно особо не торопиться. Давайте справа это большое здание обходим. Уже почти к зоне подошли. Может, пулеметчик на крышу? Не-не-не, никаких на крышу. На крыше смерть сразу под парусом. Так, давайте доходим до конца этого периметра, собираемся у забора. Давайте пошустрее, пошустрее. Контакт с забором на 80-90. Близко. Да, слышал. Так, подождите, не высовывайтесь. Хантер есть. Вооруженный. Принял, не высовывайтесь. На сколько? Может, нет, работать? Не-не-не, подожди. А хантер где-то на 300. Над нами БПА, так что, возможно, они знают, что мы здесь. А может и... Пашка прям над нами висит, собак. Кран, Нокла. Да, при. Кран, Нокла, ЧС на ноль. Выдвигайтесь вот через пролом в заборе. Принят. Добегайте до следующего укрытия, сообщайте, что и как. Принят.
технику где-то на ноль там, в той стороне. Ну, хантер у него. Вижу, хантер стоит рядом, в метрах 20 от меня. Залегче. Твою мать, он дуло направился. Не шевелитесь. Или лежите. Может, жабу поработал? Да, с РПГ его отрыв. Давай, давай, давай. Насколько, на ноль? Иди сюда, я под деревом. 320. Чапа, там ты подползи. Чапа, выходи из забора и увидишь, я у дерева лежу. Вот он, я махаю тебе. Давай, к дереву подбегай. Ой, в смысле, подползай, подползай, не беги. Да, не беги. Бедно. Видишь 320, меня? Да? Вот, справее, видишь, я лежу, вижу, справее. Вижу. Левее. Подползай ко мне, доставай РПГ и через деревья выходи и сразу шмаляй. Насколько? Он прям в упор будет стоять. Вот смотри, я сейчас туда смотрю. За это дерево вылазишь с РПГ заряженным и шмаляешь сразу. Да, давай, РПГ. Да, вот, вот, в эту дырку пролази и сразу его увидишь. Аккуратно. Молодец. Все, хантер начал. Так, давайте, на ноль. Все на ноль двигаемся, все на ноль. Очень внимательно, быть готовыми к контакту. Блин, столько адреналина только в армии. Так, давайте, укрываемся в районе церкви. На 330. Принял. Огонь, огонь по желанию, если видите цель. Метка. Вижу движение на 130 цистерн. ВР. А я вижу два квадрика. Пусти. Квадрики фиксни. Пометил врага примерно. Да, зону перезахватывать нельзя, это точно. Так там можно смываться отсюда? Ща, 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 секунду. Сейчас от северной зоны добраться до южной. Пойдем по, ну, вдоль желтой дороги этой, которая прямо к зоне идет. Будем передвигаться по укрытиям. Маршал, собственно, сейчас выдвигаемся на 200-210. Сбор где? Ну, мы все около церкви. Давайте около нее и собираемся тогда. Давайте двигаемся, собственно, 200-210. Вульфика еще жива? Конечно. Отлично. Сейчас я его трошку собью. Старайтесь держаться вдоль дороги этой асфальтированной, желтой. Далеко не убегайте от нее. Там укрытий мало.
маршал где-то ездит. Маршал не факт, его там вроде не видели давно. А это только не теряйтесь, не кучкуйтесь, но держите друг друга в поле зрения. Фрилд, мы выдвинулись? Ребята, у жилых домов... На сколько? На 200. Тут мы уже выдам. Так, давайте двигаемся вдоль заборчика, идем на 270, потому что укрытия дальше нету. Так, тут стоп. Все чисто, давайте на 230, собственно, к зеленке бежим. А, Чапа, у тебя снаряды еще есть? Да, 4 штуки. Отлично. Или 3. Ну, в общем, 3. Хватит. Себя не будем обновлять? Не, я ориентиры сообщаю, где мы. Тут черный домик, у него останавливаемся пока. Вульфик сдвиг. Сейчас, секунду, сдвиг сделаем. Всем сдвиг делать? Не-не-не-не-не, я на ДВ делаю. Понял. Меня стреляют. Укрытие занимай. Это маршал. Кому стреляют? 280 где-то, 60 стреляют. Принял, попробуй отметить его. Метку. Я его не наблюдаю, я просто слышу по стрельбе. Метка маршал стоит в лесу, в зеленке, это он и есть, похоже. Рядом, я вон вижу, куда стреляет. Он прямо на границе зеленки стоит. Вот точка почти на нем. Еще раз, можете поставить точку? Точка актуальна на нем, он на границе так, зеленки. Не высовывайтесь. Понял. Если через дорогу от нас, что ли? Нет, дальняя, да, которая? Дальняя. Я не достану до него. Вражеский маршал уничтожен, можете двигаться. Молодец, Вольф. Главное, метки хорошие. Так, отряд поставил на карте новую КВшку, чтобы со сдвигом не сморачивался. На нее переходим. На карте стоит новая КВшка, все переходим на нее. Все перешли? Сотый на КВ. Все, отличненько. Начинаем движение, на 220 двигаемся, на 200, поправка на 215 в сторону девятиэтажных домов. Да, слышно. На 215 двигаемся в сторону девятиэтажных домов.
Никто не отстал, а то хвоста не вешу со собой. Хитклифф, я замыкающий, никто не отстал. Окей, принял. Так, движемся на 215 в сторону зоны. Красного кирпичного здания с черной пристройкой. Сбор около него. Не высовывайтесь. Прячьтесь. Проверяйте здание, там враг. Чистим здание, только друг друга не поубивайте. Над ним дофига чай. Так, минус два наших. Демонтиный чап. Красный чап. Обхожу его с наркотиком. Ну это наш бомбят нахуй. Вчера все у вас было.